Итак, голосование за лучшие идеи Тюменского межвузовского кампуса мирового уровня продолжается. Сделать это можно на официальном сайте проекта tumenskikampus.rf. Напомним, глава региона пригласил к обсуждению всех жителей Тюменской области, Ямала и Югры. Тюмень – один из крупных студенческих городов России. В 6 вузах области обучается более 48 тысяч студентов. Поэтому и родилась идея создать межвузовский кампус. И это не просто комфортное жилье для студентов и преподавателей. Это общественное пространство для всех. Проект большой, очень глобальный, почти 16 гектаров, почти там 100 тысяч квадратных метров объектов недвижимости. И очень важно на этапе как раз разработки концепции и разработки проектной документации учесть все пожелания и минимизировать ошибки. Их потом исправлять будет намного сложнее и намного дороже. Поэтому мы привлекаем к обсуждению и студентов, и преподавателей, и просто жителей города, и гостей города. Потому что кампус будет не закрытая территория, его инфраструктурой смогут пользоваться абсолютно все.